Три человека погибли, десятки получили ранения в результате крупной аварии на шоссе в американском штате Пенсильвания. Из-за гололеда на дороге столкнулись более 70 автомобилей, в том числе 10 фур и бензовоз. Движение на автостраде на несколько часов было полностью перекрыто. В ближайшие дни, по прогнозам, погода только ухудшится. Сразу в нескольких штатах ожидаются сильные снегопады и похолодание до минус 30.